Сегодня в Красноярске торжественно открыли первый спортивный зал по месту жительства. Проект стоимостью 25 миллионов рублей не имеет аналогов в России. Его особенность в том, что здание не является объектом капитального строительства. Оно состоит из легко возводимых конструкций. Такие спортзалы могут размещаться на дворовых территориях и работать как автономно, так и с присоединением к городским сетям. Первый зал, запущенный на улице Говорова, получил название «Звездный». Здесь можно заниматься фитнесом, спортивными танцами, настольным теннисом, единоборствами, тяжелой атлетикой и многими другими видами спорта. Уже сегодня в новом зале прошли первые тренировки. Члены клуба, которые будут, они будут заниматься, мы им будем предоставлять условия, конечно, бесплатно. Ну, понимая, в каких районах мы ставим. Поэтому и фитнес, в принципе, тоже от 700 до 900 рублей месячный абонемент. И разовые будем около 50 рублей. Я думаю, вот в таком плане мы будем выстраивать ценовую политику. Проект будет тиражироваться. На будущий год, на текущий год, мы ставим перед собой задачу создать не менее 100 новых плоскостных и крытых спортивных сооружений. В целом мы на подобные мероприятия на 2013 год выделили 130 миллионов рублей. Это в целом и плоскостные сооружения, и крытые сооружения.